полностью выполнили условия решения исполкома в настоящий момент. Отдельно коснулись случаев применения запрещенных препаратов нашими спортсменами. Я принес, как глава делегации, извинения всем атлетам и членам других делегаций за эти нарушения. И, безусловно, мы отдаем себе отчет, что эти нарушения не носят системный характер, как вы все прекрасно понимаете, и наши коллеги в МОК, я надеюсь, понимают также, что это в большей степени халатность, нежели какой-то там умысел. Выступление вчера на соревнованиях, и практически все члены исполкома были здесь выступать на этих играх. И, безусловно, подчеркнул о том, тот факт, что многие спортсмены, россияне, завоевали медали на этих Олимпийских играх. Но, безусловно, мы считаем вся наша делегация, спортсмены и тренеры, считаем, что лучшим подарком, лучшей наградой нам будет возвращение национального флага и восстановление Олимпийского комитета. Спасибо. Жень, наверное, тоже несколько слов скажи. Дмитрий Занин, Match TV. First question about Надежда Сергеева. Where is... По поводу нашего флага я буду говорить лично от себя. По своим внутренним ощущениям, всю эту Олимпиаду мы прошли под одним статусом. И я буду очень рада тому факту, если нам действительно разрешат идти под нашим флагом. Но когда я стояла на пьедестале, на Олимпийском пьедестале, я не видела своего флага. Поэтому если Олимпиада пройдет в том же самом русле, для меня это будет тоже довольно-таки спокойно. Я это восприму. Так, а второй вопрос? По поводу... Сейчас здесь, потому что ситуации были разные, и исход мог... Конечно же, я была бы рада, если бы нам вернули наш триколор, но нужно еще дождаться результатов. Кто о чем, а корреспонденты об Утынке? Алин, только повыше, да? И микрофон. Да не будет, это же будет видно, как вы снимаете. Не нужно. Поднимаем выше. И на меня.